Paramount Pictures и Showtime представляют фильм производства Barwood Films. Спасатели. История мужества. Две женщины. Польша. Чтобы понять, что произошло, нам придется вернуться к началу войны в 1939 год, когда мне было 3 года. В те дни моя семья была одной из самых богатых в Польше. Мой отец, Якоб Столовицкий, владел заводами по всей стране. Моя мать Лидия считалась одной из самых элегантных и красивых женщин Варшавы. Фамилия Столовицкий была хорошо известна повсюду, но особенно в еврейской общине. Когда мой отец не строил очередную синагогу, он собирал деньги в поддержку Палестины. Мои родители свято верили в возрождение своей еврейской родины. Они любили Польшу, но видели, что даже те евреи, которые жили здесь уже 800 лет, до сих пор считались иностранцами и чужаками, или еще хуже. В день, когда я родился, мои родители наняли гувернантку, чтобы обеспечить мне надлежащее воспитание. Она была из хорошей семьи, получила университетское образование и говорила на нескольких языках. Эта женщина научила меня ходить, говорить, ухаживать за собой, правильно вести себя в любой ситуации. Ее звали Гертруда Бабелинска. И я любил ее больше всех на свете. Ладно. Дорогой, пора убрать твои игрушки. А почему мы должны уезжать? Это ненадолго. Мы скоро вернемся. Когда? Как только закончится война. А ты поедешь с нами? Ну, конечно, поеду. Ты уверена, что не хочешь вернуться домой? Мадам, мы уже это обсуждали. Я поеду с вами. Гертруда, но я не знаю, где мы будем жить и как долго нам придется быть там. Спасибо, Франк. Мой муж застрял в Париже, и одному Богу известно, когда я увижу его снова. Нас ждет нелегкое будущее. И вы думаете, что я оставлю вас, когда так нужна вам? Немцы напали в сентябре. К ноябрю жизнь стала ужасной и невыносимой. Но поскольку мы были богаты, и у нас была машина, а моя мать была достаточно умна, чтобы понять, что нас ждало дальше, и больше всего на свете хотела защитить меня, она приняла смелое и опасное решение уехать в другой польский город Вильно. Вы спросите, почему именно Вильно? Потому что Россия и Германия тайно заключили пакт о разделе Польши, и Вильно теперь находился в российской зоне. Русские были коммунистами, а раз коммунистам было наплевать на религию, то, возможно, им было наплевать и на евреев. Вильно нас оставят в покое, и мы сможем пережить войну. Это жестоко. Ты ведь согласился довести нас до русской зоны? Пока нет. Что значит «пока нет»? В чем дело? Что с тобой происходит? А ты заткнись, еврейская прислуга. Теперь я здесь командую. Или хотите вернуться? Я слышал, гестапо приготовило приятное местечко для сбежавших евреев. Дайте мне сумку. Нет.
Опомнись, Франок. Это же все деньги, которые у нее остались. Это не моя проблема. Дайте ее сюда. Ты работал на эту семью много лет. Они не сделали тебе ничего, кроме добра. Священник говорит, что они дьяволы, убили нашего Господа. Лидия Столовицка не убивала нашего Господа. Микки, которого ты знаешь с рождения, тоже не убивал нашего Господа. Ты хороший человек, Франок. Не делай зла этим ни в чем не повинным людям. Наш Господь не хотел бы этого. Вот, подарок для твоей жены. И часы моего мужа для тебя. Это чистое золото. Я хочу забрать машину, когда мы приедем в Вильно. Возьми ее. Благословляю тебя. Но, пожалуйста, оставь нам хоть что-нибудь на жизнь. Все будет хорошо. С этого момента Гертруда взяла на себя заботу обо всем. Просто удивительно, как ей все удавалось. Сначала она заложила мамины драгоценности и сняла для нас комнату в еврейском квартале. Затем она познакомилась с владельцами магазинов и договорилась о кредите. Она готовила, убирала и даже продолжала давать мне уроки. Вот так мы прожили вместе почти год. За все это время от отца не было ни строчки, деньги заканчивались. И мама становилась все более нервной и подавленной. Давай попробуем еще раз. Но почему мы не можем купить мячик? Потому что, ангел мой, нам нужны деньги на более важные вещи. Но мячик — это тоже важно. Конечно, я знаю, что это важно, но еда, одежда и крыша над головой сейчас важнее. Я дам вам 35. Но вы ведь знаете, пан Брокхаус, у нас дома три голодных рта. Нашими лучшими друзьями были наши соседи, доктор Якоб Вайнсток, его жена и сын Арон. Они, как и мы, приехали из Варшавы и чувствовали себя одинокими и потерянными. Мы делились всем — едой, книгами, газетами, даже одеждой. Все еще слишком высокая. Лидия, ты должна перестать так нервничать. Вот и я ей говорю то же самое. Я успокоюсь, когда закончится война. Давайте выпьем кофе и съедим по кусочку пирога. Это звучит заманчиво, дорогая, но, к сожалению, у нас нет ни кофе, ни пирога. Арон, Микки, сходите в магазин, купите немного кофе и самый вкусный пирог. Вы так добры к нам. Гертруда, будь добра, поставь, пожалуйста, чайник на огонь, а я пока накрою на стол. Будет сделано. Якоб вчера лечил одного русского, и он даже заплатил. Да уж, только как. Ты ведь знаешь русских с их водкой. Эти русские — единственное, что стоит между нами и дьяволом в образе фашизма. Если это их сделает счастливыми, пусть хоть все улицы водкой зальют. Ты слышал о том, что творится в Варшаве? Да. Ты думаешь, это правда? Надеюсь, что нет. Скорее! Скорее! Быстрее. Это воздушная тревога. Надо спуститься в бомбоубежище. Пошли. Боже мой! Сохраняйте спокойствие. Скорее все пройдите в бомбоубежище. Нужно немедленно покинуть дом. Матерь Божья! Доктор Вайнсток! Лидия! Лидия! Мама! Кажется, у нее шок.
Немцы обманули русских и теперь контролировали всю территорию Польши. Побежденная Красная Армия была вынуждена отступить, оставив нас с теми, кого мы боялись больше всего. Я хочу поговорить с тобой о Микки. Вы должны беречь силы, поговорим потом. Нет, мы должны поговорить сейчас. Я знаю, что ты любишь моего Микки как собственного сына. Да, это правда. Возьми его. Гертруда, он твой. Люби его. Береги его. Спаси его от немцев. Пани Лидия, я не могу. Не спорь со мной. Ты его единственная надежда. Пожалуйста, спаси Микки, прошу тебя. Пожалуйста, не волнуйтесь. Немцы ничего ему не сделают. Тебе понадобится вот это. Только обещай мне. Поклянись мне, что он останется евреем, и когда-нибудь, когда закончится эта война, ты отвезешь его в Палестину. Пани Лидия, я обещаю, клянусь именем Господа, Богом всех христиан и иудеев. Через несколько дней моя мать умерла. И неожиданно оказалось, что кроме Гертруды у меня больше никого в мире нет. Спустя некоторое время немцы приказали всем евреям в городе покинуть свои дома и переехать в еврейское гетто. Любой еврей, замеченный за его пределами, подвергался аресту и расстрелу. Каждого поляка, который помогал им, ждала та же участь. Эй, ты! Куда это ты идешь? Покажи свои документы. Паспорт, паспорт. Смотри, смотри, Гертруда. Нет, Микки, не надо. Я очень требовательна к своим постояльцам. Я не терплю никакой безнравственности и распущенности. Вы ходите в церковь? За 30 лет я ни разу не пропустила воскресную мессу. Правда? Это меня радует. И вы сказали, что приехали из Варшавы? Да, мы живем здесь чуть больше года. Говорят, в Варшаве еще больше евреев, чем у нас в Вильно. Я не знаю, я с ними вообще-то не общаюсь. Это очень мудро с вашей стороны. Я прекрасно понимаю, что вы имеете в виду. Ну вот, мы пришли. Да. Да. Здесь чудесно. Это именно то, что нам нужно. Когда мы можем переехать? Я восхищаюсь вашей независимостью, моя дорогая, но разве не стоит сначала поговорить с паном Бобелински? Моим мужем? Да. В таком деле стоит посоветоваться с мужчиной, вы так не считаете? Да. Но, к сожалению, пан Бобелински с 1939 года находится в лагере военнопленных в Германии. Мы с Микки одни. Мне очень жаль. Я не люблю об этом говорить. Это очень расстраивает мальчика.
Я понимаю. Тогда, думаю, мы договорились. Микки? Внимание, евреям вход воспрещен. Хорошо, что люди теперь будут знать. Надо бы повесить на каждом доме. Гертруда, смотри. Солдат с молотком прибивает что-то на наш дом. Помнишь, что я тебе говорила, чтобы ты не называл меня Гертрудой? Но почему? Это ведь твое имя. Гертруда, дорогая, я хочу познакомить тебя кое с кем. А разреши представить тебе моего племянника, Томас Колчик. Томас, это пани Бабелинска. Здравствуйте. Так значит, вы та самая известная леди из Варшавы? Ты забыла мне сказать, какая она красивая. Перестань, Томас. Она замужняя женщина. Но, кажется, вы уже давно не видели своего мужа. Вам, наверное, очень одиноко, не так ли? Я жду того дня, когда он вернется. Мы очень любим друг друга, и я буду ждать его столько, сколько потребуется. А пока у меня есть мой сын и церковь, которая мне помогает. А теперь прошу меня извинить. До свидания. Помни, Микки, есть вещи, которые ты никогда не должен делать. Я знаю, я больше не буду. Ты должен помнить. Это очень опасно, быть евреем. И есть люди, такие, как эти немецкие солдаты, которые хотят причинить евреям зло. Поэтому мы должны их обмануть. А как мы их обманем? Ты никогда не должен говорить о своих родителях. Ни о твоей матери, ни об отце, ни о доме, в котором ты жил. Это будет наш секрет, и никто никогда не должен узнать о нем. И, пожалуйста, пожалуйста, никогда не позволяй никому увидеть тебя голым. Другие мальчики не такие, как еврейские мальчики. Послушай меня. С этого дня я хочу, чтобы ты звал меня Мамуша. Повтори. Мамуша. Хорошо. Очень хорошо. Не Гертруда. Никогда не называй меня Гертрудой. Только Мамуша. Мамуша, это то же самое, что мама? Нет. Совсем нет, дорогой. Мамой ты называл свою любимую еврейскую маму, которая теперь на небесах с Господом и ангелами. А я Мамуша. Твоя христианская мать. Мамуша? Да, дорогой. А что это за дядя вон там? Это наш Господь Спаситель Иисус Христос. Спасибо. Доброе утро, отец Даниэль. Мы недавно переехали сюда, и я подумала, что должна представиться. Меня зовут Гертруда Бабелинска, а это мой сын, Михал. Добро пожаловать, дитя мое. Спасибо. Дело в том, отец, что я ищу работу. Все деньги, которые у нас были, закончились. Может быть, вы знаете какое-нибудь место? В данный момент я не знаю, но сразу сообщу, как только что-нибудь услышу. Милый Боженька, пожалуйста, защити меня и Мамушу и сохрани нас. Откройте. Откройте. Немедленно открывайте. Оставайся здесь и ничего не говори. Открывайте. Good night.
Добрый вечер, господа. Документы? Одну минутку, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Вы говорите по-немецки? Да, мне довелось познакомиться с прекрасным языком Гёте и Шиллера. Мы ищем евреев. Мы знаем, что их укрывают предатели в этом районе. Правда? Я надеюсь, вы не думаете, что я одна из них. А кто этот симпатичный мальчик? Это мой сын, Микки. Скажи мне, Микки, ты знаешь, кто такие евреи? Они другие. Другие. Я сейчас. Идем отсюда. Когда видишь крыс, их надо уничтожать. Извините за беспокойство, фрау Бабелинская. До свидания. Хайль Хитлер. Хайль Хитлер. Я не выдал наш секрет, мамуша. Да, ты молодец. Мой маленький ангел. Но я не могу это прочитать. Я же не понимаю немецкого. Я не говорить по-немецки. Пани Колчик, входите. Пани Бабелинска, слава богу, что вы дома. Не хотите ли кофе? Садитесь. Спасибо. Здравствуй, дорогой. Я так расстроена. Я всю ночь не сомкнула глаз после этого обыска. Да, было довольно неприятно. И как только они могли подумать, что кто-то здесь может укрывать евреев. А сегодня я получила это письмо по-немецки и не знаю, что в нем написано. Вы ведь говорите по-немецки, не так ли? Да, я могу взглянуть. Спасибо. Это приказ командования. Командование? Им нужна информация. Информация? Это касается вас и всех ваших постояльцев. Здесь целый список вопросов, и вы должны ответить до завтра. До завтра? Но это невозможно. Если хотите, я могу перевести. Пани Бабелинска, если бы вы смогли, я буду рада заплатить. Это не обязательно. Нет, я настаиваю. Вам не помешают лишние деньги? Я рада вам помочь. Нет. Я бы хотела... Нет, пани Колчик, я надеюсь, что мы останемся друзьями. И давайте больше не будем об этом. После этого пани Колчик готова была есть с руки у мамуши. Вскоре пани Колчик похвасталась всем, что у нее живет женщина из Варшавы, которая знает немецкий лучше, чем сам Геббельс. Слухи распространились по всему району, и вскоре мамуша стала зарабатывать на жизнь переводами документов и составлением писем властям. Иногда ей платили деньгами, иногда продуктами. Прошло 2 года. Мы жили тихо и хорошо. Еврейское население давно исчезло за решетками гетто и концлагерей и было почти забыто. Я ходил в школу, рос и дружил с соседскими мальчишками. Никто не подозревал о нашей тайне. Честно говоря, иногда я и сам забывал о ней. Шевелитесь, шевелитесь, вонючие евреи. Идите, идите, идите. Быстрее. Стоять, давайте покажем им, ребята. Евреи, проход запрещен. Мамуша,
Что ты здесь делаешь? Я хотел посмотреть на евреев. Больше никогда этого не делай. Ты понял меня? Никогда. Никогда. Но почему? Потому что это опасно. Вот почему. Снимай пальто. И это грубо. Потому что они несчастные люди, а не животные в зоопарке. Но все мальчики делают это. Но ты не такой, как все мальчики, потому что ты еврей. Ты понимаешь меня, Микки? Если хоть кто-нибудь узнает... Но я не хочу быть евреем. Я ненавижу евреев. Не смей так говорить. Мне все равно. Они плохие. Они отвратительные. Все так говорят. Теперь послушай меня. Это неправда. Твоя мать и твой отец были самыми лучшими людьми из всех, кого я встречала. И я запрещаю тебе говорить так, потому что это ложь. Иди сюда. Евреи не сделали ничего плохого. Иногда людям просто нужно свалить на кого-то вину за свои беды. И они выбрали евреев, потому что они не могут защитить себя. А почему же им никто не поможет? Я не знаю. Я не знаю. Только Бог может ответить на этот вопрос. Пани Бабилинская? Родители. Голодают, как и все остальные. Боже мой. А что мне остается делать? Я не знаю, но ведь твой отец врач. Врач еврей ничего не стоит. Если бы я не приносил им продукты из города, они бы уже умерли. Это, наверное, очень страшно все время так рисковать. У меня есть своя лазейка, это опасно, но... Ты можешь мне ее показать? Зачем? Разве кто-нибудь может помочь нам? Да хранит тебя Бог, Гертруда. Что вы здесь делаете? Покажите документы. Я заблудилась. Заткнись, сука, ты должна молчать, пока тебя не спросят. Бабилинская. Что скажешь, Краунс? Разве это польский нос? Могу вас в этом заверить. Заткнись, сука. Я ведь сказал, чтоб ты не раскрывал рта. Что здесь происходит? Я поймал шлюху, которая ошивалась у гетто. Она утверждает, что ее фамилия Бабилинская, но я думаю, что документы поддельные. Гертруда, это вы? Здравствуйте, Томас. Ты знаешь эту женщину, Томас? Да, она подруга моей тети. Что вы здесь делаете в такое время? Я была в церкви. Сегодня годовщина смерти моей матери. Должно быть, я не туда свернула и заблудилась.
В будущем я советую вам посещать церковь в дневное время и держитесь отсюда подальше. Спасибо. Вам повезло, что Томас узнал вас. Садитесь в машину, он подбросит вас до дома. Спасибо. Вы в порядке? Кажется, да. Спасибо, Томас. Видите, все-таки вам нужен мужчина. Женщина нуждается в защите, такова жизнь. Ну что, давайте немного прокатимся. Куда мы едем? Не волнуйтесь, хочу вам кое-что показать. Моя тетя сказала, что вы не любите евреев. Я думаю, вам будет это интересно. Обычно сюда никого не пускают, но я уполномоченный представитель главного командования СС. Правда? Так точно. Они уважают меня, относятся как к равному. Убирайся с дороги, кусок дерьма. За что, Господи? За что? За что? Лично я не понимаю, зачем немцы с ними возятся. Почему бы просто не убить их всех сразу и дело с концом? Так чем же вы занимаетесь у немцев? Вы знаете, что такое охотник? Да. Так вот это я. Я охотник, а они животные. Я выслеживаю их по всему Вильну. Я нахожу их, где бы они ни прятались, и потом отправляю их подальше. Почему вы это делаете? Ну, во-первых, за это хорошо платят. А во-вторых, мне это нравится. Спасибо вам, Томас. Спокойной ночи. Подождите. Куда торопиться? Я устала. Да успокойтесь. Вы же почти дома. Нет, не надо. Иди ко мне, иди сюда. Не надо. Ну перестань, красавица. Тебе, наверное, очень одиноко. Иди сюда. Перестаньте. Иди. В течение следующих 2 лет мамуша тайком передавала в гетто продукты и лекарства. Никто никогда не узнает, какого страха она натерпелась и какая была нужна сила, чтобы почти каждый день рисковать жизнью. Для всех остальных она была преданной, заботливой матерью, которая растила своего сына. Но в реальности она была непримиримой бунтаркой, которая не желала подчиняться законам. Но как бы она ни старалась, мамуша не могла уберечь меня от всего. Мне так больно, мамуша. Я знаю, милый. У тебя очень высокая температура. Вот, выпей немного воды. Давай. Я не могу. Мне жжет горло. Я знаю, но ты должен попытаться, Микки. Я не могу. Мне больно. Мой маленький ангел, не плачь. Все будет хорошо. Боюсь, что мне придется сходить за врачом. Я должна ненадолго оставить тебя одного. Ты справишься? Не знаю. Наверное, да. Я вернусь как можно быстрее, обещаю. Я так тебя люблю.
Я тоже тебя люблю, мамуша. Кто там? Я ищу Арона Вайнстока. Меня зовут Гертруда Бабелинска. Гертруда? Мне нужно увидеться с твоим отцом. Отец, это я. Я привел к вам гостью. Боже, это же Гертруда. Здравствуйте. Якоб. Якоб, посмотри, кто пришел. Это наш ангел-хранитель. Доктор Вайнсток. Гертруда, Гертруда, твоя смелость не знает границ. Так нельзя. Я должна была прийти, это очень важно. Вы единственный, кто может помочь мне. Я все сделаю. Мы так тебе благодарны. Спасибо тебе, спасибо. Но это же такая малость. Не стоит, правда. Так чем я тебе могу помочь? Прошу тебя, садись. Микки сильно заболел, и я не знаю, что делать. Он весь горит, у него жар, а я боюсь вести его к врачу, потому что он обрезан. Да, ты права, это опасно для вас обоих. Жар. А у него нет припухлостей под мышками? Я не знаю. А какая-нибудь сыпь? Я не уверена. У него все горло в нарывах. У него совсем нет аппетита и ничего не помогает. Мне сложно так поставить диагноз. Если б я увидел... Вы живете далеко от гетто? Полкилометра. Что ж, Арон... Как ты думаешь, это возможно? Может быть и нет. Но можно попытаться. Вы с ума сошли? Вы не можете, они пристрелят вас, как собак. Дорогая, эта женщина спасает еврейского ребенка. Кто знает, может, когда закончится война, он будет единственным, кто останется в живых. Сейчас только возьму сумку. Спасибо. Возможно, вы никогда не слышали о Якобе Вайнстоке, но в те годы было много таких евреев, как он. Они сражались с немцами единственным доступным им способом, оставаясь цивилизованными людьми. Да, температура высокая. А вот начало сыпи, видишь? Ему нужен постельный режим по меньшей мере на неделю. Теплое, но не горячее питье, чай или молоко, если есть, или кипяченую воду. Он поправится? Да-да, скоро. Гланды не очень увеличены, это легкая форма. А в остальном он абсолютно здоров. Благодаря тебе. Спасибо тебе. Я думаю, с ним будет все в порядке. Пусть побольше спит. Спи спокойно. Засыпай, мой дорогой. Доктор
доктор Вайнсток. Большое вам спасибо, что вы пришли. И, пожалуйста, позвольте мне приготовить вам поесть. Нет, нам нужно возвращаться. Элла уже, наверное, с ума сходит. Тогда возьмите что-нибудь с собой. Ты так добра. Гертруда, что ты будешь делать с Микки, когда закончится война? Я обещала его матери, что отвезу его в Палестину. В Палестину? И что же примерная католичка будет там делать? Я не знаю. Думаю, мы выясним это, когда приедем туда. Знаешь что? Я верю, что вы доберетесь туда. И когда будете там, Гертруда, пожалуйста, поезжайте в Иерусалим и помолитесь за наши души. Доктор Вайнсток? Да. Я хочу вам кое-что сказать. Да? Я хочу извиниться за то, что мир так относится к вам. Это преступление против Бога, и я этого не понимаю. Спасибо, Гертруда. Когда война закончится, мы встретимся снова. До свидания, Гертруда. Всего тебе доброго. Через две недели Якоб и Эллен Вайнсток оказались в числе тысяч евреев, которых отвезли в лес и расстреляли. А их тела свалили в братскую могилу. Когда Арон и другие члены еврейского подполья узнали о том, что случилось, они наконец поняли, что немцы хотят стереть с лица земли всех евреев. И они решили, что если уж им суждено умереть, они возьмут с собой хотя бы некоторых убийц. Вставайте! Вставайте! Покажите документы! Быстрее, быстрее! Ты знаешь, где евреи? Отвечай, сука, где евреи? Где евреи? Я не знаю. Хайнц, там нашли евреев. Пошли. Мне страшно, мамуша. Я знаю. Знаю, дорогой мой. Вам за это заплатят, друзья. Если вы знаете кого-то, кто укрывает евреев, то немедленно сообщите или скажите мне. Я позабочусь о них. Вот и она, святая дева. Куда это вы собрались? Мы идем на исповедь. Отец Даниэль, можно поговорить с вами? Да, конечно, Гертруда. В чем дело? Это касается тайны, которую я храню последние 4 года. И сейчас... Я... Здесь все тайны в безопасности, дитя мое. Ты можешь говорить спокойно. Спасибо. Отец, Микки не мой сын. Он сын одной еврейской семьи, в которой я работала и которую очень любила. Я дала его матери обещание перед ее смертью, что спасу его. И...
Я так боюсь, что немцы... Сейчас опасное время, чтобы помогать еврею. Да. Я знаю, отец. Но ты должна продолжать. В нем вся моя жизнь. А он сейчас с тобой? Да. Он на улице. Приведи его к алтарю. Здравствуй, Микки. Здравствуйте, отец. Микки, ты веришь в то, что Иисус Христос – наш Господь и Спаситель? Да, отец. А ты веришь, что Он умер на кресте за наши грехи и спас нас от вечных мук? Да, отец. А ты веришь в святое воскрешение Христа и Его вознесение на небеса? Да, отец. Крещу тебя, Михаил Бабилинский, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Теперь он такой же католик, как ты и я, Гертруда. И это я скажу любому, кто спросит меня. У него подходящий возраст, чтобы стать мальчиком у алтаря. Возможно, Микки это пригодится. Все знают, что наши помощники происходят из лучших католических семей. Спасибо, отец. Да хранит вас Господь. Это ты настоящая героиня, Гертруда. Нам всем должно быть стыдно. Вот так я и пережил войну. Под бдительным присмотром мамуши, отца Даниэля, и кто знает, может, и самого Иисуса Христа. В конце концов, он и сам был евреем. Июля 44 года русские вернулись, чтобы освободить Вильно. На этот раз мы спрятались в лесу, пока шла атака. Наконец немцы бежали, и война закончилась. Мы были свободны. И только тогда весть о том, что случилось с евреями, смогла покинуть стены гетто. Убиты, задушены в газовых камерах, сожжены в печах. И тогда, наконец, я понял, от чего меня спасла Гертруда. Все закончилось, мамуша? Все закончилось? Да. Дорогой мой, все закончилось. И мы выжили. То, что она сделала для меня, потребовало больше, чем любви, больше, чем сострадания, даже больше, чем религиозного убеждения. Это было редкое сочетание моральной смелости и исключительной доброты. На идиш это называется цадик, что значит «святая». Нам потребовалось 3 долгих года, чтобы доехать до Палестины. Месяцы ожидания в очередях, голодные забастовки в рядах беженцев. Годы спустя Гертруда рассказала мне, как другие евреи предлагали ей забрать меня, чтобы избавить ее от еврейского ребенка. Они не понимали, что Гертруда Бабилинска стала моей матерью, когда мне исполнилось 4 года, и останется ей до конца своей жизни. Она больше не вернулась в Польшу. Она осталась в Израиле, будучи убежденной католичкой, чтобы вырастить из меня настоящего иудея. Она называла себя моей христианской матерью. В 63 году в Иерусалиме в честь мамуши было посажено дерево. Ее называли цветом нации, светом, соединяющим народы. Недавно она умерла в возрасте 95 лет, и мне очень не хватает ее. Она похоронена в Тель-Авиве. Франция. Вы, конечно, понимаете, что когда я была маленькой, в моем родном городе Монтебон не было евреев. Никто даже не думал о евреях. В те дни, если кто-то позволял себе какие-то высказывания по поводу других религий, то максимум мог назвать кого-то протестантом. Итак, был 41 год. Прошло уже 2 года после начала войны. Наши французские солдаты были переброшены на север, поближе к линии фронта.
Здесь у нас, на юге, тоже располагались резервные части, но солдаты только праздно слонялись по улицам. Один из них квартировался у нас, сержант запаса Жюль Дебре. Он не причинял нам неудобств, хотя и был протестантом. Он приносил нам шоколад и настоящий кофе. Мне в то время было 29 лет. Я была не замужем и работала секретаршей в епархии. И помогала матери. Мама? Мари-Рос, здравствуй. Привет, Жюль. Что там происходит? Там вешают какие-то флаги, повсюду грузовики. Немцы, гестапо, СС. В Монтебоне? За последние 3 дня многое могло случиться и случилось. Я слышала что-то на севере. Они сдались. Сдались? Правительство Виши приказало им. По радио сказали, что у нас славная армия. Маршал Петен вел переговоры. Переговоры? Да, со своей задницей. Молодой человек, здесь женщины. Извините. Извините, но никаких переговоров не было. Это трусость и предательство. Зато война окончена. А маршал Петен, между прочим, уважаемый герой Франции. Петен? Да, да. Уважаемый? Да, герой войны 14-го года. Этот ваш Петен уничтожил антифашистское правительство в Испании, уважаемый. Плевал я на таких героев. Не хочешь молока? Сгущенное, с сахаром. Этот червяк присмыкается перед нацией. Молодой человек. Мужчины любят войну. Она дает им возможность маршировать туда-сюда и строить из себя храбрецов. Но для женщин лучше мир. Лично я счастлива, когда в кастрюле кипит суп, а в печке мирно потрескивают дрова. Давайте же спокойно выпьем кофе. Не так уж часто у нас появляется настоящий кофе. По ночам мы слушали радио, сводки BBC на коротких волнах. В ту ночь, никогда не забуду ту ночь, 18 июня, я уверена, это было 18-е, мы услышали голос генерала Шарля де Голля. Он говорил старомодно, его голос был глубоким, словно церковный орган. Это было его знаменитое обращение ко всем французам продолжать борьбу с нацистами. Жюль? Входи. Извини, что разбудил тебя. Мои ботинки были под кроватью. Что ты делаешь?
Ухожу. Ваша часть куда-нибудь уезжает? Нет. Они остаются. Я уезжаю. Куда? На юг. Через Пиренеи в Испанию, а дальше в Англию. Понятно. Я поеду к генералу де Голлю. Ты слышал, что он сказал? Неужели французы могут отказаться продолжать борьбу? Это вызов. И французы должны доказать всему человечеству свою силу. Мари Рос, поверь мне, ты и твоя мать, как и остальные женщины Франции, должны оставаться дома и варить суп. Я буду сражаться за вас. Попрощайся со мной, как моя старшая сестра. Прощай. Что ж. Мари Рос, это ты? Что ты там делаешь? Все в порядке, мама. Спи. Это было в ноябре. Нет, в конце октября, когда монсеньор Теас, наш епископ, вызвал меня в свой кабинет в епархии по какому-то неотложному делу. Ваше преподобие. А, вот и ты. Садись. Я хотел сказать тебе, что очень ценю твою преданность и ответственность в работе. Садись. Спасибо, монсеньор Теас. Но сейчас не совсем обычное время. Да, не совсем. Мы заботились о многочисленных беженцах из северных епархий. Теперь мы пытаемся организовать сопровождение для их возвращения домой. Но, к сожалению, их семьи находятся на оккупированных территориях. Да, я печатала списки. Ах, да, конечно. Да, конечно. Так вот, для того, чтобы переправить их туда, нужны официальные документы. И в этих документах нужно кое-что изменить. Многое изменить. Даты рождения, места рождения, чтобы уберечь их от немецких концлагерей. Вы имеете в виду, надо подделать документы? Все это ради спасения ближних наших, видит Бог. Мне, конечно, неудобно просить тебя, такую добропорядочную девушку, выполнять столь необычное поручение, но пойми... Но если вы просите, то я воспринимаю это как часть моих обычных обязанностей. Хорошо, хорошо. Документы возьми у аббата Леонида. Вот еще что. Пиши черной тушью. Мне сказали, что немцы верят чему угодно, если это написано черной тушью. И еще надо немного потереть бумаги пеплом, чтобы они выглядели старыми. Ты думаешь, ему удастся добраться до Испании? Как ты думаешь, Мари Рос? Мари Рос? Сержант Жюль, ты думаешь, он сможет пересечь горы? Что ты делаешь? Мне дали работу в епархии. Ты их солишь? Это не соль. Не обращай внимания, обычная работа. Ничего особенного. Мама, я думаю, тебе незачем об этом знать. Я тут подумала, я надеюсь, ты не возражаешь, что я думаю. Сержант Жюль, он такой милый парень, хоть и протестант. Я подумала, хорошо, что французский солдат рвется в бой, чтобы продолжить традиции республики. Но женщины могут лишь оставаться дома и мыть посуду.
К началу зимы 42-го года мне уже приходилось делать гораздо больше, чем мыть посуду или варить суп. Я думала, вы приедете один. Я один. Это моя внучка Аннет. Я не умею водить машину. Открой багажник. Господин... Нет, не произноси мое имя. Я не знаю вашего имени. Епархии мне сказали, что вы привезете 100 экземпляров христианского вестника. Я об этом не слышал. Клянусь Богом, я об этом никогда не слышал. Ради Бога, не открывайте. Я должна проверить. Вы что, не понимаете, что 4 человек уже арестовали из-за этого? Нам сказали, что они умерли от пневмонии, но священника даже не пустили взглянуть на их тела. В любой момент тебя может остановить гестапо. Или эти ублюдки, эсэсовцы. Простите меня, отец, ибо я согрешила. Я должна была что-то сделать, что-нибудь, чтобы спасти его. Но я боялась, что он увидит меня. Я стояла в тени и прятала лицо. Я не понимаю тебя, дитя мое. Кто это был и что случилось? Я не могу сказать вам, не могу. Но я знаю, что не должна была бояться за себя, прятаться. Я даже не попыталась хоть как-то спасти его. Я видела, как его били, я видела его кровь. За последние 2 дня я прочитала «Отче наш» 70 раз и молитву Пресвятой Деве Марии 300 раз. Но я должна была что-то сделать тогда. Отец, что мне делать? Как я могу искупить этот грех? Где ты была, девочка моя? Ты знаешь, который час? Да, я знаю, мама. Я так устала, пойду спать. Ты не можешь. У тебя гости. Гости? Кто? Она не назвала мне свое имя. Она ждет на кухне. И если ты приглашаешь гостей в такое время, ты могла бы сказать мне заранее. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Аннет, не так ли? А вы Мари Росс? Да. Мне так жаль вашего дедушку. Вы слышали о нем что-нибудь? Как он? Жив? Они пришли посреди ночи. Да, я знаю. Я была у друзей и не могла ничего сделать. Конечно, вы не могли ничего сделать. Они забрали бы и вас. Я ходила в штаб сопротивления. Они сказали, что я должна сходить к вам. Ко мне. Но я не могу помочь вашему дедушке. Нет, нет, у меня для вас сообщение. Была утечка информации. Кто-то назвал ваше имя. Гестапо? Нет. В полиции Тулузы. Это касается христианского вестника. Они приказали обыскать ваш дом завтра утром. Нет. Боже мой. Это за мои грехи. Что я скажу матери? Она об этом ничего не знает. Я держала это в тайне от нее. Господи. Боже милосердный, что же мне теперь делать? Вы смелая.
Спасибо. Мне нужно идти. Поэтому вам лучше будет уйти через заднюю дверь. Желаю удачи. Вам тоже. Твоя подруга не осталась на ужин? Нет. Мама, сядь. Зачем? Разве кто-нибудь умер? У меня полно работы. Я должна тебе кое-что сказать. Ты спрашивала меня, куда я хожу, когда возвращаюсь так поздно. Случилось кое-что, и у меня неприятности. Я должна сказать тебе, потому что мне надо спрятаться, уйти, и у меня мало времени. Когда? Завтра утром. Завтра утром. Мама, в чем дело? Сюда придет полиция. Полиция. Слава Богу. Полиция. Мама, ты не понимаешь, это очень опасно. Я знаю, знаю. Просто я подумала, что ты... Ну... Но это же не может быть завтра. Мама, как ты могла подумать? Какой стыд. Это отвратительно. Так значит, полиция придет завтра утром. Я полагаю, это касается твоих дел с этим христианским вестником. Как ты узнала? А ты думала, что твоя мама вчера родилась? Тебе лучше поторопиться, у тебя там бумаги в ящике для газет, а еще документы на полке вместе с бельем и... Не стоит так, девочка моя, за работу. Первым делом пошли в спальню. Они там сейчас все твое нижнее белье перероют. Фарфор. Так я и знала. Мадемуазель Мари Рос Женест. А можно было не бить мой фарфор? Я вынужден просить вас, мадемуазель, приехать в полицию. Зачем? Вы же ничего не нашли. Тем не менее, в секретариате вам хотят задать несколько вопросов. Меня зовут инспектор Фернера. Жду вас в своем кабинете через полчаса. Мадемуазель, через полчаса? Почему он не забрал тебя с собой? Он мог бы подвести тебя до секретариата. Почему через полчаса? Они хотят выяснить, кого я пойду предупредить. А ты пойдешь? Нет. Но что я сделаю, так это схожу в церковь Святого Петра через дорогу и поставлю свечку. Я помолюсь эти полчаса за наши души. Попрошу Господа защитить нас. Ладно, до свидания, мама. Будь осторожна. Ну, мадемуазель Женест, расскажите мне о христианском вестнике. Вы имеете в виду Иоанна Крестителя, который провозгласил пришествие Мессии? Нет. Я имею в виду христианский вестник, мадемуазель Женест, газету. Наша епархия получает христианские газеты, но очень редко. В последний раз это было... Нет. Не хотите ли сигарету? Нет, я не курю. Но чтобы не терять времени, скажу вам честно. Мари Рос, можно мне называть вас Мари Рос? Я понимаю, как французы ненавидят немцев. Нет, инспектор. Христианин любит всех людей, включая немцев, но вы...
вели себя абсолютно недопустимо. Когда уже зная, что я не замужем, спросили, есть ли у меня дети. Так нельзя разговаривать с добропорядочной, уважаемой христианкой. Епископ непременно скажет об этом вашему начальству. Ладно, все. Можете идти, мадемуазель. Вы свободны. Свободны? Была уже ранняя зима, когда монсеньор Теас снова вызвал меня в епархию. Монсеньор Теас, ваше преподобие. Мадемуазель Женест. Спасибо вам за гневное письмо в полицию. Ах, да-да, да-да. С наилучшими пожеланиями начальнику полиции Жевалье. Но я написал еще одно письмо, и вот зачем я позвал тебя. Печатная машинка в секретариате еще работает? Да. Хорошо, давай, прочти его. Горькие, а иногда просто ужасные вещи происходят во Франции. Но Франция не виновата в этом. В Париже десятки тысяч евреев? Да, это письмо протеста в связи с последними действиями нацистов и правительства Виши на оккупированных французских территориях. Ты можешь перепечатать его в нескольких экземплярах? Да, конечно. Я должен послать это письмо священникам во все парижские епархии. Оно будет зачитано с каждой паперти на мессе в следующее воскресенье, на каждой мессе. По всему Парижу? Да. Нельзя отправлять письмо аббату Беверина Вердусу. Он сотрудничает с нацистами и может выдать нас. Да, Беверина нельзя. Ты можешь подготовить копии? Да, размножить письмо не проблема. Как вы собираетесь разослать их по всем парижским церквям? По почте? Если письма будут готовы завтра, мы отнесем их. По почте нельзя, все письма проверяются. Так они не дойдут. Да, да. Мы найдем решение. Господь не оставит нас. Он с нами сейчас, в такое трудное время. Я могу развести их на велосипеде. Во всей епархии? Силы небесные, это же на другом конце Франции. Я смогу доставить их в пятницу, в крайнем случае в субботу. Поезжай на велосипеде, дитя мое. Да благословит тебя Господь. Вы? Стойте. Мадемуазель. Куда это вы едете так рано? К сестре. Она живет в Сен-Луи-де-Лакуа. У вас есть что-нибудь, что угрожает безопасности? Нет. Тогда, может, у вас есть что-нибудь, чем вы хотели бы поделиться со своими немецкими соседями? Что это у вас? Сыр. Сыр. После того, как французы проиграют войну, они не будут больше есть эту дрянь. Вот из-за чего эти чертовы французы проиграли войну. Идите, идите. Я отец Мари Стеас, епископ Монтебона. Горькие, а иногда просто ужасные вещи происходят во Франции. Франция не виновата в этом. В Париже десятки тысяч евреев подвергаются невероятно жестоким мучениям. Здесь, в нашем регионе, мы тоже стали свидетелями печальных событий.
Семьи изгнаны из своих домов, мужчины и женщины, с которыми обращаются как с животными и отправляют в неизвестном направлении, подвергая их невыносимым страданиям. Я хочу, чтобы вы услышали гневный протест христианской совести. Я объявляю, что все люди, и арийцы, и неарийцы, братья, потому что были созданы единым Богом. Все люди, независимо от их расы и религии, имеют право на личное и гражданское уважение. Подобные антисемитские меры унижают человеческое достоинство. Это нарушение самых священных прав граждан и их семей. Пусть Бог спасет и сохранит души тех, которые незаконно подвергаются гонениям. Пусть Бог донесет до всех истину и поможет восстановить долгожданный мир, основанный на справедливости и милосердии. Это евреи, все евреи, дети, целая семья. Жаклин, 32 года, Даниил, 7 лет, Месхил, 4 года, Джульет, 14 месяцев. Ты понимаешь, Мари Рос, эти люди в большой опасности. Им больше некуда идти, и мы должны помочь им. Их нужно спрятать. А что случится с этими людьми, если мы не спрячем их? Их увезут. И никто не узнает, куда. Никогда. Монсеньор, разрешите мне заметить, что секретариат и так уже работает днями и ночами. Мы уже и так взяли на себя слишком большую ответственность. Что? Разве нет каких-нибудь других организаций, которые могли бы помочь им? Кто станет в такое время помогать евреям? Боже мой, Мари Рос, ты рисковала своей жизнью, развозя мое послание по всем епархиям, но это были лишь слова. Теперь мы должны дать людям что-то большее, чем слова. Да. Вот. Возьми этот список и отвези его в женское отделение нашей епархии, чтобы они сделали необходимые приготовления. Мари Рос? Я впервые увидела это. Мне кажется, я никогда не была знакома с еврейской семьей. Каждый христианин знаком, по крайней мере, с одной еврейской семьей. Я нет. Как это нет, Мари Рос? Святое семейство, Иисус, Мария, Иосиф. Нет, уверяю вас, мать Мария, меня прислал к вам монсеньор Теас. Сколько человек вы уже внесли в этот список? 19. Пока. Скоро будет больше. Все беженцы евреи? Да, все евреи. Мы понимаем, что решение о помощи принимает не один епископ. Я знаю. Епископ очень праведный и благочестивый человек, но он не хочет понять наше недовольство такой ситуации. Я объясню. В этих семьях есть мужчины. Мужчины, мадемуазель, это же монастырь. Я не беспокоюсь за тех монашек, которые уже приняли постриг. Почти не беспокоюсь. Но среди моих послушниц есть такие, которым всего 16, и за них я не поручусь. Я уверена, что вам удастся решить эту проблему. Ну а дети, мальчики, маленькие, достаточно большие, я не знаю, как обращаться с ними. Если бы они были обычными католиками, особенно девочки, это бы не было проблемой. Вот именно. К ним нужно относиться так же, как и к католикам. У нас же один Бог. Они же просто евреи. Иудеи. Они французы, мы должны помочь им. Вы просите нас лгать? Нет, я ни о чем не прошу вас. Просто епископ Монтебона, монсеньор Теас, считает, что мы должны выполнить наш христианский долг. Дитя мое, как я объясню, кто эти люди, если кто-нибудь придет сюда? Если только, конечно, наш добрый епископ не сотворит чудо и не заставит их исчезнуть. И где я возьму продукты, чтобы кормить их? Мы постараемся решить это. Мы передадим им поддельные документы и паспорта. Как-нибудь. Девочка, ты здесь недавно?
Ты что, потерялась? Как тебя зовут? Все в порядке, ты можешь сказать мне. Нет. Моя мама сказала, что я никому не должна говорить, как меня зовут. Я понимаю. А как тебя звали раньше? Ребекка. Ребекка. Прямо как в Библии. Все звали меня Бекки. Это ваша девочка? Мама! Я сказала ей свое имя. Она заставила меня. Все в порядке, правда? Я работаю секретаршей в епархии у епископа. Мы хотим помочь вам. Не волнуйтесь. Теперь у нас появились специалисты, которые помогали нам изготовлять фальшивые документы и русские паспорта для евреев, укрывавшихся в трех монастырях и в частных домах. Все трое были из Франции – Рене Клайн, Николь Бло, Арман Алкимов. Естественно, у них были поддельные документы, и, к своему удивлению, я узнала, что все трое были евреями. Всем евреям, которые отмечены в этом списке, надо дать новые имена. Они получат удостоверение личности, в которых будет указано, что они христиане. Вот так, смотрите. Удостоверение личности для девушки из монастыря. Мы приклеиваем ее фотографию на фальшивый документ. Изменяем кое-какие данные. Во-первых, ее имя. Ребекка становится Девон. А фамилия Коган, как они любят говорить, чересчур еврейская. Деваль. Отличная французская фамилия. Деваль. Девон Деваль. Просто ведь, правда? Это же настоящий кофе. Неужели мокко? Нет. Это осталось от сержанта, который жил у нас одно время. Мэри Росс, о чем ты думаешь? Извини, я не хотела. Я подумала о том, что за всю мою жизнь... У меня не было ни одного знакомого еврея. Нет, правда. А теперь вот вы здесь втроем. Вы могли бы быть и французами. Я имею в виду... Я знаю, что это смешно. Я хотела сказать... Я сама не знаю, что я хотела сказать. Я помню, что говорила обычные глупости просто так в разговоре. В основном, когда дело касалось денег. Когда кто-то начинает торговаться, мы говорим «жадный, как еврей». А когда я была маленькой, мама показывала мне на Иисуса и говорила: «Это царь иудейский». Я не задумывалась над этим, и только теперь я понимаю, что должна пойти в церковь и покаяться. Не думаю, что я гожусь на роль исповедника. Извини, это, наверное, глупо. Но принимая во внимание то, что ты делаешь для нас и что делала до этого, я отпускаю тебе все твои грехи. Я серьезно. Посуди сама. Я, все мы, Николь, Арман и я, у нас нет выбора. Мы евреи. Уже слишком поздно бежать. Мы можем либо бороться, либо сдаться и умереть. Но ты, Мэри Росс, у тебя был выбор. Не делать ничего и выжить. Или рисковать жизнью ради евреев, которых ты никогда не знала. Это был твой моральный выбор. И ты его сделала, Мэри Росс. Они какого черта здесь делают? Нас кто-то выследил. Наверное, нас выдали немцам. Нет. Это гестапо. Отсюда есть другой выход? Черный ход. Да, но вы не сможете там выйти. Они увидят вас. А у вас есть подвал? Нет. Может, попробовать через крышу? Рене, иди сюда. Смотри, они едят. У них в руках бутерброды. Это машина их командования. Я видела ее у секретариата полиции. Но почему они здесь остановились? Смотрите, вон там кто-то едет по улице.
Они просто ждут, пока их догонят остальные. Они приехали не за нами. Они даже не знают, что мы здесь. И мы спокойно сможем продолжить свое дело. Я такая глупая. Они не собирались подниматься сюда. Рене, значит, я зря так испугалась. Это лучше всего, когда страх зря. Несколько недель спустя я снова ехала на своем велосипеде, на этот раз с 10 килограммами взрывчатки, которую мне нужно было передать одному однорукому человеку. Вон там, внизу. Скоро все это взлетит на воздух. Этот поезд? Нет, нет. Не этот. Сегодня ночью. Немецкие солдаты. Сегодня ночью. А в таких поездах они обычно депортируют пленных на восток. В основном евреев. Несчастные мученики. Горькая правда состоит в том, что им было бы легче, если бы мы взорвали их вместо немцев. Вы целы? Боже мой, вы в безопасности. Они уехали, все в порядке. Все хорошо, не бойтесь. Теперь никто не причинит вам вреда. Я видела, как вы выпрыгнули из вагона. Вам нужно спрятаться в лесу, хорошо? Я приду за вами. Не волнуйтесь, я помогу вам. Хорошо? Ладно. Они ничего не ели с тех пор, как их загнали в те вагоны 2 дня назад. Их звали Хершхорн Морис и Лати, и их дочь Даниэль. До войны Морис работал бухгалтером, но пришла война, и власть переменилась. Его выгнали с работы, он устроился работать дворником. Давно ходили слухи о депортации евреев с оккупированной территории на восток? Да, я знаю. Мы пытались уехать. Мы надеялись добраться до Испании, а потом уехать в Америку. Но затем мы неожиданно узнали, что Америка больше не выдает визы евреям. Нас арестовали 2 недели назад. И вам не сказали, куда везут? Нет. Но мы знали. Нам удалось открыть дверь вагона и вытолкнуть Даниэль. Если бы нас застрелили, по крайней мере, это бы быстро закончилось. Ты опоздала. Мама, я привела друзей, они поживут у нас. Друзей? Каких еще друзей? Это Морис. Лати. И Даниэль. Это моя мать, мадам Женест. Отведите девочку наверх в спальню, там 2 кровати.
Выбирайте любую. Спасибо. Спасибо вам. Вы Лотти, правильно? Если хотите помыться, ванная рядом со спальней. Там полотенце, возьмите одно. Или два. Евреи. Их фамилия Хершхорн. Их везли в депортационном поезде. Они выпрыгнули из вагона. Я нарежу еще хлеба. Им нужно остаться здесь на какое-то время. Немного ли евреев? Мама, все остальные, скрывающиеся в монастырях и в домах, это просто имена в списке. Монсеньор Тиа сказал мне, что каждый христианин должен знать одну еврейскую семью. Я знаю, что он имел в виду другое, но эти мои. Вот так и проходил день за днем. Я работала в епархии, заботилась о евреях, укрывавшихся в Монте-Бони, или искала на черном рынке бланки для паспортов, ведь их всегда не хватало. Потом монсеньор епископ Теас написал еще одно письмо. Это был протест против того, что немцы сожгли пресвитерианскую церковь и убили двоих священников. А затем захватили еще одно священное здание и устроили там публичный дом. Это письмо епископ попросил меня доставить в военную комендатуру, чтобы немецкое командование наконец опомнилось и прекратило это. Мне удалось доставить письмо и уехать безо всяких проблем. Но монсеньору Теасу не повезло. В чем дело? Что случилось? Они увезли монсеньора Теаса. Кто? Немцы. Гестаповцы наверняка вернутся сегодня ночью. Они поставят патруль напротив моего дома. У тебя есть кофе? Не настоящий. Все равно. Это все из-за того письма протеста. Я говорила ему. Он в тюрьме Сент-Мишель в Тулузе. Откуда ты знаешь? Такое быстро распространяется. Вода сейчас вскипит. Я должен уехать. Куда? Не знаю. Может, к друзьям в деревню. А ты? О чем ты? Но ты ведь относила письмо. Тебя могли видеть. Тебе тоже стоит уехать отсюда. Есть родственники где-нибудь? Слишком много дел. Прошу тебя, Мари Рос. Теперь я должна позаботиться о наших евреях. Но? Только я знаю, где эти монастыри, дома, больницы. А вдруг еще? Вдруг еще кому-нибудь нужно будет укрыться? Мари Рос, мы оба знаем о наших товарищах, которых уже убили. Ты не боишься смерти? Я уже думала об этом. Но я примерная католичка. Хоть в данном случае это и не важно. Я боюсь боли,
Пыток, мучений. Я проходила мимо здания гестапо и слышала ужасные крики. Вот этого я боюсь. Но смерти нет. Я не буду убегать и прятаться. Не могу. Здесь моя работа. Свобода далась Монтебону нелегко. Сопротивление нарастало. И немцам пришлось прислать дополнительные войска. На улицах шли ожесточенные бои. Уходим! Вам нельзя сюда входить? Я молюсь. Прошу вас, уходите. Или вы хотите, чтобы я помолилась и за вас? Я думаю, вам это ни к чему. Рене? Все в порядке. А потом, вдруг, однажды утром стало очень тихо. Мари-Рос! Мари-Рос! Война закончилась! Немцев больше нет! Они капитулировали! Мы свободны! Свободны! Ладно, мама. Я должна бежать. Мари Рос, куда ты собралась? Мне нужно в епархию. Меня там ждет работа. Все это, конечно, было очень давно. Я так и не вышла замуж и каждый день продолжала ездить на работу в секретариат. Но бывали моменты, когда люди вспоминали обо мне. Дома во Франции меня наградили национальным орденом за заслуги, почетной лентой и медалью участника сопротивления. А в Израиле, на памятнике жертвам Холокоста, евреи высекли мое имя среди тех, кто рисковал своей жизнью ради них.
Это было здорово, да. Теперь я могу сказать в конце своей жизни, что немного горжусь этим. Я думаю, теперь можно это сказать. Разве не так? Режиссер Питер Богданович. Мамуша, автор сценария Сьюзен Ненус. Женщина на велосипеде, автор сценария Эрнест Киной. По книге «Спасатели. Портреты морального мужества во время Холокоста». Авторы Гэй Блок и Малка Дракер. Продюсер Джефф Фрейлих. Исполнительные продюсеры Барбара Стрейзанд и Сис Кормен. Роли исполняли Элизабет Перкинс, Сила Уорд, а также Энн Джексон, Фриц Уивер, Эл Уоксман. Оператор Мирослав Башек. Художник-постановщик Франко Декатиис. Монтаж Дайан Райдер Рейнольдс. Композитор Хами Манн. Художник по костюмам Айди Кайнис Флойд.